Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И я рад вас видеть в этой игре. Получаем подарочек. День 22. Так, два самоцвета, монеты. Всего мало, кстати, у нас монет уже 1175. А ну-ка, давай-ка, а что давай? Что давать? Мы прокачать все равно не можем. Я хочу атлас прокачать, но мне нужно. Оу, целая куча карточек. К сожалению, пока их нету. Ну что же, победите врагов 20 штук в режиме выживания или приключения. В режиме выживания или приключения. Так, секунду. Приключения. Ну тут будь боссом. Начинается через 19 часов. Новое какое-то событие. Мы хотели с тобой, знаешь, что поиграть 2 на 2. В прошлой серии у нас неплохо получалось. Давай продолжим. А почему бы и нет? А вдруг мне достанется нормальные, как говорится, компаньоны, и мы разнесем этих гаденышей в щепки причем. Все, я поехал. Так, ты не лезь вперед, батьки, в пекло. Сейчас я тут поднастрою чуткарика. Поехали. Ух. Ой. Малой, давай, помогай. Помогай батьке. А тот еще жив, вот посмотри. Был жив. Так, он спекся. Ой, он с пилой, друзья, он с пилой. Дай-ка я поднакоплю немножко ракет. Победа, новое достижение. Элитный солдат. Друзья мои, я получаю 5 гемов. Как тебе такое, а? Как тебе такой расклад? Нравится? Мне тоже нравится. Так, сундучок какой-то тут скоро у нас появится. Я надеюсь на это. Ну что, продолжаем дальше. Но тут, видишь, тут не идет прогресс. Значит, все-таки нужно где-то выживание. А давай, наверное, вот здесь вот атака в пустыне. Или в приключении. Да, это у нас приключение. Попробуем здесь набить. Только, блин, проблема в том, что я не тот танк взял. Блин, совсем не тот танк взял. Это что еще? Завязывай, давай, ребят. Со своими фокусами. На. Шмонька. Получил свое? Двигаемся дальше. Молодец, красавчик. Так делай всегда, Рэй, и будь тебе счастье. Ну-ка. В мясо. А что он там хотел? Думал, я его буду щадить? Нет, конечно. Они даже не успевают ко мне подъехать, прикинь. Мы их просто издалека. Тин-тин-тин-тин. Одно за другим, и все, в щепки. Этого тоже в мясо он вылетел. Последний враг, я так понимаю, должен, да, у нас быть? Где он там? Вот он. И босяцкий. Новое достижение. Лейтенант. Слушай, гонец сада, я думаю, как раз для меня. Почему, ребят? Потому что мы вот так убиваем. Упс, и все мимо, да? Давай, родной. Е! Вот тебе и весь жнец-гонец. Трындец, что я тебе могу сказать. Первый лейтенант. Мальчик молодой. Так, ну нам нужно еще подбить, как ты видишь. Я добью это достижение. Я не знаю, что нам дадут за это. Надеюсь, какие-нибудь вкусные плюшки в виде гемов. Просто вы просили, открой клан, Рэй, открой клан. Я открою, ребят, открою. И, наконец-то, правда, на другом эмуляторе у меня удалось запустить Battle Legion. Так что, ребята, в скором времени мы продолжим играть в эту чудесную игру. В мясо. Раскромсули до свидули. Ну, а что я могу еще ему сказать? Привет, бро, где мое тако? Держи. Ать. Хлыщ. Попал все-таки чуть-чуть. Ладно, ничего страшного. Блин, я каску свою потерял. Где с годовщиной была? Вау. Так, а что это сейчас было такое? За сигнал. Сигнал СОС. Ну, где там последний фраер-то? Я его не вижу пока. Где ты, фраерок? Вот он. Ну что, кто там босс? Опять ты. А, нет, это бомбардир. Слушай, я думаю, бомбардир тоже мне будет по плечу. Смотри. Дрона. Блин, ну... Ай, красота.
Слушай, наш робот как раз предназначен для того, чтобы уничтожать всяких летающих паразитов. Согласись, да? Опа-на, комплект облик. Вкусный комплект, но 599 рублей, а грубо говоря 600 рублей за это платить, но я считаю это борзость. Не во всех онлайн-играх, ребята, на ПК просят такие деньги, как здесь. Они бы хоть бы немножко поскромнее, что ли, были. Но я-то понимаю, еще 50 рублей. Ну не 500, 600, считай. Да. Жадность разрабов. Хотя ты сам понимаешь, да, что на изготовление такой игры может понадобиться буквально, я не знаю, там пару часов, наверное, если клевый разработчик. В графическом исполнении тут ничего суперского нету. Ни какие-нибудь тебе 3D-эффекты и тому подобное, да? Ни движок Unity и тому подобное. Я уже молчу про Unreal Engine. А здесь обычная графика, даже, можно сказать, браузерная. И 600 рублей я должен платить за какой-то скин. Нет. Ну где там? Прошивцы-то, вот они. Готов. Готов. Жду. Жду следующих щеглов. Вот они идут. Они, кстати, даже не успевают стрельнуть. Просто не успевает. Я их разношу. Всех. Одного за другим. Без колебаний. Сам все прекрасно видишь. И, наверное, здесь будет у нас босс какой-нибудь, пришелец. Ну, на летающем корабле, наверное. Сейчас глянем. Нет, на танке. Ты. Кнут. Ну, давай, кнут. Сейчас мы тебя выпарим. Да завязывай давай своими бомбочками тут. Бросаться. Никчемными причем-то. Ну что, друзья, по-моему, мы выполнили задание, которое от нас требовалось. Угу. И что же мы получаем? Ох ты, 20 карточек ножница. Как тебе такой расклад? Так, дальше у нас играйте 4 игры танком жнец. Танком жнец. А жнец у нас, ну-ка, посмотрим, где он там у нас. Это, по-моему, пулемет который, да? Вот это жнец, по-моему, если я... Не ошибаюсь, да, это жнец. Повысим уровень. И усилитель можно тоже прокачать. Ну что, поехали. 4 игры, да, сказали нам сыграть за жнеца. Я с удовольствием это сделаю. Мне не тяжело. Так непривычно. Танк летает, как не знаю кто. Блин. Хорош, там еще поджаривает меня. Наверное, пока я его не уничтожу. Монеты. Ой, а я думал, что здесь не будет танков. А они здесь есть. Ты посмотри, что у меня тут происходит. Давай, 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 отлично. Двигаемся дальше. Ну... Хлопцы, вы где? Последний танк мне нужно подбить. И появится босяцкий. Кто на этот раз? Лазерная пасть. Проверим. Да где же он там? Во-во-во-во, получает урон. Серьезно? Вот так вот на изи разобрали его. Но это была только первая игра, а нам еще нужно сыграть 3. Зато получили прогресс сундука. Окей. Так, одна игра есть. Сундук заработан. Открываем. Обычный танк какой? Джокер. Это новый танк, кстати, между прочим. Обожаю, когда в играх можно открывать танки без донатов. Ну что, погнали дальше, жнец. Ох, как тебя бросает из стороны в сторону. Тихо ты. В плане, я что-то не понял. А что это они? Танк подбит, а пушка его осталась. Да ну хорош. Так, она что? Она за мной? Точно за мной. И
Ёк-макарюк, давай-ка мы, наверное, с собой вот так вот сделаем. Что-то тут пахнет керосином, по-моему. Готов. Этот еще тут лазерный. А, он, по-моему, последний остался. Давай добьем. Так, ждем босса. Кто там у нас? Блин, а вот с ним плохо. Созерцатель. Его надо, ребята, с верхушки бомбить. Вот что тебе скажу. И, кстати, вот эти вот штуки, которые летают, тоже. Давай-давай, е-е-е. Он даже, по-моему, не успел воспользоваться. Смотри-ка, рекорд. Обожаю, когда мы рекорд делаем. Ну, а больше всего обожаю, когда мы получаем новые достижения. Давай-ка дальше. Я все задания, наверное, сегодня успею сделать. А потом, после этой игры, пойдем играть, знаешь, во что? В рейсинг. Hill Climb Racing 2. Да-да-да, ты не ослышался. Именно в нее. Что это за... Не всосал я. Что за фигня? Ну-ка, иди сюда. Давай-давай-давай-давай, иди сюда, я тебе сказал. Ну, паршивец, а? Попадаем? Я даже не вижу, куда... Куда... Во! Готов. Фраерок. Газуем дальше. Чё-то пока никого нету на горизонте. О, появился Аболтус. Да как он стреляет пушкой-то, я не могу понять. Замечательно стреляет, только я не могу понять. Вроде бы как бы в прицел, да, все бомбим, а они куда-то. То есть оно только вблизи метко бомбит, получается, да? Слишком большой разброс. Ой-ой-ой-ой, да что ты, блин, Катюша, ё-моё, вот это попадос. В мелочь, в труху. То же самое. Так, и последний. Где босс? Кто там? Что за танк? Обычный танк, да? Удар грома. Так, давай-ка, наверное, его сверху здесь. Опа. Так, 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 так. Уходим. Да что тебе как... Резиновую куклу, ё-моё, блин, мотыляет. Давай, 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 давай. Мне уже некуда отступать. Есть. Ты глянь-ка, Дед Мороз получил свое. И это круто. И это круто, на самом деле. Ну что, нам еще нужно с тобой сыграть одну битву. На жнеце. Так, поехали. Ну, где враг лютый? Вот, вот они, аж целых два. Целых два врага. Ну, вдвоем и получится здесь. Ну, влупляй давай уже. Куда-то вверх вообще стреляем. Непонятно, как тут... Есть. А почему потому-то не можем? Вот, вроде попадаем, отлично. Все великолепно. Ну вот теперь вот ты подумай, почему я не играю за жнеца. Шапку опять мне сбросили, а? Ты посмотри. Эта шапка дороже стоит, чем ваши танки, ё-моё. Он ничего... Даже не знаю. Ну что ты там стоишь, пукаешь? Я не понимаю, иди сюда. Все. В минус, в хлам. Тихо, ты. Иди сюда. Иди сюда, несчастный запорожец. Ну, я. Давайте мне босса. Кто на этот раз опять? Удар грома опять. Ну давай, Дед Мороз все никак не угомонится. Давай, дедушка, вали сюда. Будем тебя сейчас уничтожать. Есть. Ну вот, вот они, те самые 4 игры, которые мне просили сыграть за жнеца. Я их сделал. Дайте мне, пожалуйста, награду. Мы получаем с тобой 20 карточек на жнеца плюс 20 звездочек. Прекрасно. Дальше. Используйте усилитель мина в матче. Тут вопрос в другом. Кто у нас может ставить мины? Или их нужно покупать?
Интересно, давай-ка посмотрим. Или любой может их использовать, просто нужно... Сейчас мы глянем. Я возьму, например, наш танк. Усилитель мы возьмем. Мина здесь есть? Есть. Причем еще и открытая. Причем еще и прокачиваем. Вот. Значит, сколько там написали нам использовать мину эту нужно? Раз. 20. 20 раз использовать мину. Окей. Попробуем. Подожди, 20 раз? Это что ли получается 20 боев нам нужно сыграть? Да ну, я не верю. То есть одна игра, одна мина? Ведь я прав или не прав? Опять шляпу мне сбили, а? Почему ракеты полетели в землю, а не... Да что ты? Вот проверим. Вот лежит мина. Ну да, 20 боев, ребята, 20... Да вы совсем что ли одурели? Это слишком много, 20 боев. Вертолетик долетался, все. Почему они автоматически летят вверх, в небо? То в землю, то в небо. Ну, этого нужно подождать. Поехали. Все? Да выеживался. Я жду. И я дождался. Двигаемся дальше. Успокойся там. Стоит, наяривает. Ждем Босяцкого. Ё-моё. Это Легион. Кстати, он тоже издалека бомбит, поэтому... Нельзя его подпускать к себе. Да ты серьезно, что ли? Все мимо. А так... Так попадаем. Уходим, уходим, уходим. Вот здесь бомбанем. Есть. Я его просто не подпустил близко к себе. А так издалека его расхомячил. Ну действительно. Нет, ребята, три раза всего лишь нужно. Три раза использовать. Слушай, а у нас приключение-то уровень 3 уже. Ты секешь фишку-то? В дребезги, в хламину. Три раза всего лишь минута надо использовать, господи. Так что пик, выставили ее, да и все. Отложили минку и пошли дальше. Ну иди сюда, хлопчик. Так, ну тебя вот тут. Стоп, 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 стоп. На. Так, тебе тоже надо, да? Последний. Есть. Двигаемся. Шустрее двигаемся. Ну, пока это для меня один из топовых танков. Ну, танком его на самом деле как-то тяжело назвать. Это больше всего какая-то самоходная машина. Потому что, во-первых, она сама ходит. Действительно ходит. Не едет, а ходит. Напоминает мне чем-то в Робокопе. Помнишь, был такой цыплак? Робот-цыпленок. Вот чем-то на него похоже. Так, ну что, последняя вражина, я так понимаю. И пойдет у нас босс. Зашибись, все ракеты полетели куда-то в небо. И одна только вниз. Ну что, о, каратель или как тебя там? Гонец ада. Гонец из ада. Ну-ну-ну, что ты там пиликаешь? На тебе. Под запчастям разлетелся. Так, а мы с тобой прогресс сундука сделали. Так, только второй матч, да, был у нас? Оки-доки, открываем. И выпадает нам с тобой... Ну, это карамелька. Я его так называю, потому что он бросается какими-то шариками. Ну, снарядами, грубо говоря. Только... Снарядики эти
перелетает все, что могут. Даже врагов. Да и ну. Да чтоб тебе, ну, как такое может быть? Да ты серьезно, что ли? Так, еще один луноход. Тоже мы его раскромсали. Двигаемся дальше. Ну где? Навесиком. И попал же, а? Ты посмотри. Навесиком попадает по мне. Танков здесь, по ходу дела, больше будет. Так, подождем. Подкопим снаряды. И сразу залпом. Зашибись. И сразу залпом, и хоть бы одна ракета попала. Ну, вот эти вот самые легкие, как по мне. Медленно едут, стреляют вблизи. Легкая нажива, легкая мишень. Ну, где вы там, бусурманы? Куда спрятались-то? Иди, козе в трещину. Пошли дальше. Бинго. Походу, последний танк здесь где-то затесался. Мы сейчас его чпокнем, и босс. Ну, где он там? Ждем. Ага, лазерная пасть. Разберем на изи. Ну, появись давай, лазерная пасть. Да ладно, а что такой крепкий? Что такой крепкий-то, я тебе говорю. Хорош, еле едет, конечно, но... Если он вблизи меня бомбанет, мне кажется, у меня сразу крышка будет. Поэтому отходим от него, потихонечку отходим. И вот такими вот залпами убиваем. Новое достижение. Какое? Капитана я получаю, да? Точно, я получаю капитана. Прогресс сундука. И, по-моему, я выполнил задание, да. Из этого я получаю 50 мин и 20 звездочек. Откройте бесплатный сундук в магазине. О, давай-ка откроем. А ну-ка. Так, монеты, ремпакет. Ну и карточки на танк. Давай-ка мне... Подожди-ка, получить. 100 монет, 10 звездочек. Используйте оживление, чтобы продолжить борьбу. А что за... Что за оживление? То есть, когда нас подобьют, наверное, да, мы должны с тобой его заюзать. Кобра. Ты прикинь? Кобра-то у нас какая уже будет мощная. Так, используйте оживление. Ну, давай посмотрим. Для этого мне, естественно, нужно будет погибнуть. Ничего себе. Завязывай дурковать-то опять, а? Сколько можно? Я думал, чем танк прокачаннее, тем он, ну, как бы равновесие будет держать лучше. Не, как был акробатом, так акробатом и остался. Никаких изменений в лучшую сторону. Также выплясывает. Также. Да ну хорош. Ну давай, завязывай уже, а. Мне нужно проиграть, не забываем об этом. Чтобы использовать оживление. Но на Босяцком, наверное, погибнем, да? Да, на Босяцком можно будет спокойно дуплиться. Он, во-первых, и бомбит посерьезней. Так, так. Давай, кто там босс? Блин, а этот еще попадет, пускай по мне. Кнут. Давай, будем специально сейчас ловить его снаряды. Пошли. Ты серьезно? Кнут. Давай, наверное,
Ну это что, ребят, ну это не повезло просто нам. Я в плане того, что нам не повезло в плане босса. Кнут. Дали бы кого-нибудь посерьезнее, что ли. Там, который хотя бы молниями бомбит. Мы бы от него быстрее погибли. А тут стоять и ловить снаряды. Да я замучусь там кататься. Вот здесь можно, кстати, очень хорошо получить звездюльку. Очень хорошо можно получить. Смотри, сколько врагов. Нормально так. Получаем со свистом. Да какого лешего-то? Давай бомби. Минус. Минус. Ты вставать-то будешь? Что там еще за... Так, тут уж перебор, по-моему, идет. Двоих сразу. Ну, кто там последний? Который сможет меня подбить. Это вот этот вот луч? Нет, это будет босс. Кто? О-хо-хо-хо-хо. Повелитель. Ну, вначале я в него тоже побомблю. Бесплатно, да? Надеюсь, это и есть оживление. Но я готов. Но босс-то сейчас будет... Ать! Лучом-то своим вжаривает. Так, ловить его надо. Оп. Эх, чуткарика мне не хватило. Ну ладно, он сейчас должен сюда прилететь. И тогда-то и тут я его... поймаю. Все, босс побежден. Ну посмотрим. Засчитывается это, да? Это засчиталось, ребят. Получаем с вами 100 монет и 10 звезд. И создайте танки 20 в режиме командир. Так, в режиме командир. Ага, 20 танков создать. Так, давай-ка мы заберем. О, сундучок уже какой. Прекрасный сундук был. Вот так вот. Ну что, погнали создавать 20 танков. Оу, мне даже вот такого дали. Ну что же, поехали. Я не знаю, нужен ли мне. Ну давай я возьму один такой. На пробу, чисто на пробу, ребят. Если бы он хоть... Блин, попадал бы еще. Так, а если мы вот такой с тобой возьмем еще танк. Плюс огнемет. Плюс опять навесик. Еще один огнемет. Куда же вы рванули-то все вперед? Зачем? Зачем вы туда? Я вот этого не понимаю. Так, он решил там отсидеться, да? Я тебя понял. Ракеты будешь запускать? Да, ракеты-то он запускает, но... Меня это не выручает, если честно. Так, он что, там огнемет взял? Нет, мне показалось. Мне показалось. Есть, очень хорошо, кстати. Мы его прижучим сейчас. Мы его сейчас прижучим. Ну куда ты там пошел-то прям в упор, блин, есть. Фух. Жаркая была битва, если честно. Очень жаркая. Ну, интересное. Да, я 20 танков сделал. Ну что, мы с тобой получаем сундук. Красотища. И что у нас тут в этом сундучке? Нормально. Так, ежедневки мы сегодня сделали. И следующие будут через 12 часов доступны.
Так, 550. Нету у меня столько денег. Ну что, дорогие друзья, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.